Всем привет из Алании. Четверг сегодня. Это у нас пляж номер 12. На пляже номер 12 у нас в прошлом году базировался отдыхающие, находились из отеля Аджар и из отеля Артемис Принцесс. В принципе, я думаю, ничего не поменялось. Так оно, наверное, примерно и есть. Ну и само собой, это пляж кафешки просто. Фух. Почти полседьмого время, жара. Жара сейчас такая же, как, наверное, в 5 часов была, я думаю. Довольно жарко. Люди здесь в основном турецкие, то, что я вижу. И людей, в принципе, немного на лежаках. Наверное, днем было больше. Море довольно много людей сейчас. Наверное, спиной к солнцу посмотрим на купальщика. И видео либо вышло, либо выйдет с пляжа White Gold. Даже по пирсу прошелся. Итак, 12-й пляж перед вами. И White Gold, только что был я там, но это в другом видео. Тут купаются в основном турецкие люди сейчас. Где наши? Где наши, я не знаю. Ну, в принципе, людей немного как бы на пляже сейчас. Такие вот волны сегодня опять у нас. Они уже замахали, третий или четвертый день у нас волны. Может, они сегодня чуть-чуть поменьше, хотя в некоторых местах, наверное, такие же, как вчера. Я вот смотрел с White Gold. Сейчас подойду к воде, попробую. Фух, там дальше пляж у нас кафешки 11, людей полно, и больше людей у них даже в море. Сейчас туда пройдем. Пробуем воду здесь. Красота какая. Вода, естественно, теплющая. Минимум она 30-ку. Это само собой, мне кажется, 31, наверное, вода все-таки. Не буду сейчас мерить. Может, кому-то еще дам померить чуть позже. Вот такие вот волны сейчас идут все-таки. Все-таки волны идут. Большущий привет Балашиха, если это ничего не поменялось, если это пляж Аджар так же, как и было, то вы здесь будете купаться совсем скоро. Ну, в основном здесь не отельные, я думаю, а живущие здесь все-таки люди, турецкие прежде всего. Такие вот волночки. Камней на этом пляже нет, если не ошибаюсь, и так можно спокойно переплыть туда дальше, вот волны эти, плавать там на глубине. То есть пляжик этот нормальный вполне. Ну, сейчас покажу вам следующий пляж, 11-й получается, кафешка. Вот такое море сегодня. На 11-м уж точно нету отеля. 11-й пляж, это чисто все турецкие люди. Это кафешка отеля. Отеля нет, отель к ней не привязан. То есть вот здесь сейчас уже будут точно все, ну, либо внутренний туризм, либо живущие здесь. Людей дофига в море сидит. Я ничего не вижу против солнца. Вижу, что людей валом. Сейчас спиной развернусь к солнцу, покажу вам. И на лежаках очень много здесь людей. Больше, чем на 12-м пляже. Есть русскоязычные, тоже их много довольно. Это живущие здесь. А в море, как всегда, на первом месте турецкие подданные. Больше всего турков в море сейчас.
скажу, если будем смотреть на купающихся. Смотрим. Здесь тоже нормальный вход моря. Так, сейчас я посмотрю, есть ли тут люди с браслетами. Вроде как нету. Тут волны, кажется, помельче как-то, я даже не знаю. Так вот много сейчас людей здесь. Все недалеко плавающие, все стоят сразу. Даем пару минуток насладиться и вспомнить, кто купался на этом пляже. Покажу еще, как волны носят он, малыши. Ну, волны явно поменьше, чем вчера, позавчера были, но тем не менее они есть. Но что радует, что чистая вода, идеально чистая, вы видите. Водичка супер просто. Ну, такие вот пьет волночки, счастливые дети радуются. Даже есть браслетами несколько ребятишек, я смотрю. И много-много людей на пляже здесь сейчас. Главное, чтобы волны больше не стали, пока я не дойду до места своего купания. Иногда проскакивают довольно высокие, в основном как бы не сильно, но иногда проскакивают довольно-таки высокие волны. Есть тут немножко европейцев каких-то, возможно, какие-то балканские страны. Либо Польша, немцев вижу пару человек, а так, в принципе, в основном здесь турецкие люди, да, казахов вижу. Ну что, пойти еще какой-то пляжик вам следующий показать. Не засек вас, сколько, какое видео у меня по длительности. Два пляжа мы с вами уже посмотрели. Давайте дойдем, может быть, до 11, даже до пирса. Пляжа не особо смотрят, если честно, я уже не знаю вообще, что вам показывать. Ну, до уровня говорящей головы, которая будет что-то нагнетать, вещать, какую-то чепуху, я просто никогда не скачусь. Я для себя буду море снимать просто. То есть не смотрите абсолютно ничего. И рынки никто почти не смотрит, я уже ходить на них не буду. Не знаю, с чем связано. Значит, вам нагнетателей... говорящих голов смотреть интересно, не смотрите. Ну, это не к тем относится, кто сейчас смотрит это видео. Это я так, сам собой. Фу, здесь у нас какой-то уже пляж получается. 10-й, наверное, да? Тут как-то и мало лежаков, и мало людей, в отличие от прошлого пляжа. Потом еще какой-то пляж. А потом аж будет 11. Возвращаюсь к воде. Здесь тоже купается больше людей, наверное, я думаю, турецкие. Тут, в принципе, дикари, все, кто здесь живет, дикарями сами по себе. Мальчик даже с браслетом, хоть он и местный вроде. Мы уже почти пришли на 11. Это такая большая, интересная прогулка по пляжам. Надеюсь, не только мне это интересно. На лежаках 11. Один человек, два человека. 3-4 буквально, и все, нету никого, короче. Хотя время еще, до ужина еще есть время. Но никого нет на пляже. Сейчас я вас немножечко вытру, а то мелкие капли летят. Может быть, объектив заляпанный. Так вот. Купающихся тоже нет. 11 дело, я не знаю.
с пирса, там пару человек буквально купается. Пирс вроде бы работает сегодня. Сейчас, может, зайдем на него. Здесь такого джакузи можно принимать, пенные ванны, когда волны. Это прикольно. Никого. Несколько человек, и он мальчик один купался за весь отель 11, можно сказать. Единственный. Жара капец, блин. Вроде уже время должно солнце уже попускать, как бы оно еще жарит нехило так. Итак, пляж Абакоя 11. Чуть зайду на пирс, посмотрим с него обстановку. Там дальше много людей на Авена, Оба Стар и так далее. Может быть, еще сейчас там пройдусь. Фух. Никого, как вы видите. Вот малыш с браслетиком тоже. Большая-большая прогулка у нас получилась. Пройдем мимо пацанов с таблетками. И если будет еще одна часть, то она будет уже следующая. Волны, они сидят, наверное, без работы, когда волны. Хотя парашюты летают, видно. Привет. Их так много. Фух, боже, я пока прошел вот эти два видео для вас сделал, я уже весь просто истекаю, иду потом. Ого, аж не верится, что я был аж там, аж на том пирсе в прошлом видео и пришел сюда с него. Все, спасибо, кто лайки еще не поставил, пожалуйста, сделайте это. Кто злой человек? Можете поставить дизлайк, это также помогает развитию канала. Всем привет из Алании. Сейчас следующее видео я начну, наверное, вот с 7-го пляжа, я так думаю.